Новая история в новом доме. Танцевальный коллектив «Алексис» – это настоящий творческий бренд Мозыря. Почти 25 лет на сцене, сотни выпускников, международной гастроли и огромное количество наград. А теперь еще и собственный центр искусств, который открылся на бульваре Юности 37А в здании «Пассажа». На самом деле это большая гордость для меня и большая ответственность, потому что это все создавалось для того, чтобы мои коллеги, которые работают вместе со мной, у них была возможность развиваться, чтобы у детей, у взрослых, жителей нашего города и тех, кто приезжает к нам в гости, была возможность получать те эмоции, которые им необходимы, да, то творчество, которое им нравится. Это и песни, это и танцы, это и театрал, это и модели, это и изобразительное искусство, и еще много чего интересного мы планируем здесь предложить нашему городу. Поэтому это такой первый этап, и сейчас этот этап как бы пройден, а сейчас начнется самое главное – сделать так, чтобы этот дом начал жить. Пока это только просто коробочка, но хотя и в этой коробочке уже есть жизнь. Дайте аплодисментов! Волнение в день открытия чувствовал каждый, от педагогов до родителей. Но самые непосредственные эмоции, конечно, у учеников. Ведь именно они будут заниматься в уютных залах, с каждым уроком расти в своем танцевальном мастерстве. В целом, все творчество «Алексиса» построено на чувствах, эмоциях и переживаниях, которые потом переносятся на сцену и выражаются через музыку и хореографию. Танцоры балансируют на грани мечты и обыденности, уходят от шаблонов, создают необычный танец обычной жизни на сцене. Интересно, что двери нового центра искусств открыты не только для танцующих мозырян. Здесь будут проходить занятия по вокалу и рисованию, ждут юных моделей и актеров. Это новый большой творческий дом для всех, кто связан с искусством.